Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Неплохо зашла та и рубрика, как бы и видео, то когда нам выпал Пеле и Погба. Ну что же, тогда было что-то там 10 паков вроде. Ну, я вроде тогда сыграл полтора где-то чемпионата мира. Там групповой этап был пройден. Я просто вышел в плей-офф там, ну и один пол он сыграл. Теперь я сыграл два чемпионата мира. У нас есть с вами 18 наборов. Начнем мы с самых худших. Здесь их очень много. И также есть вот на раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть наборов и по, я так понимаю, по 5000, да. И получается 12 по одному игроку. Начнем мы с них, конечно. Монетки я не буду тратить, потому что для вас такой небольшой спойлер, может быть, уже вышел, может быть, выйдет, это драфт FIFA 18, не World Cup, там не интересно, вот в обычном это интересно. Так что не будем их тратить, попробую собрать также из обычной икону. И давайте я вам, кстати, сейчас покажу свой состав. Вот, Ариоля, Эрнандес, Пуйоль, Хёведес, Версалько, Погба, Ракитич, Роналдиньо, Пеле, Анри и Жиру. Ну и тут заменки никого не выпускаю вообще так. Вот, несколько игроков, которые прям топово мне выпадали, покажу вам в нарезочке. Да, внимание. Хами, это Еремина. Неплохо, Еремина 86. Это волкаут еще. Так что интересно, там еще есть один игрок какой-то. Ну, щиты-то это понятно. Внимание. Бразилия, форвард. Жезус. Фермино 84. Добрый день, неплохо. Итак, внимание, охота в Бразилию. Может быть, Аргентина будет. Бразилия. Цапник. Рональдиньо. Рональдиньо, друзья, 91. Шикарно, друзья. Шикарно. Щиты. Франция. ПП. Дембелешка. Вот это уже хорошо. А, это Фаулин, еще и Волкаут 86. Неплохо, друзья. Вот это вот уже хорошо, мне кажется. 86 Фаулин. Фух, четвертая легенда в состав. Хочу вот Яшина, вот честно, вот. Охота Яшина. Но не знаю, кто сейчас выпадет. Внимание. Француз, ФРВ. Кто? Анри, друзья, 93-й. Добрый день. Нападение в Жиру. 90-му идет Тьерри Анри. Кстати, стал тренером Монако. Поехали самых худших паков. Ну, хотя нам там Погба выпал. Поэтому смотрим. Трап. Неплохо. Итак. Ну, все-таки нам Погба как-то там выпал. В этом паке, поэтому. Ой, просто подкрываем. Опа, Антонио уже и дубликат. Ну, пока что ничего такого топового, только вот трап выпал. Сейчас, друзья, для вас записываю пол четвертого ночи. Только вот сейчас закончил этот второй чемпионат мира. Все для вас, так что подписывайтесь на канал. Чуть осталось до соточки нам добить. Вот, Фернандес уже неплохо. Мы
Марио Манджукич. Пока что это самый топовый, сейчас 8-6. Тем более при том факте, что я европейцев собираю. Ну, Пикфорд тоже нормально. И остается два пака последних с одним игроком. Уже два дубликата за эти паки. Последний набор с одним игроком. Ясно. Ничего нам пока хорошего не выпало, к сожалению. Ну и теперь пошли паки за 5000. Здесь мы будем на них смотреть. Без кипа. Хреновый, наверное, игрок. Матич. Фейс. Ой, это вообще говно. Итак. Снова фигня какая-то. Одна звезда. Бразилец, Алфа. Каутиньо. Ну и Мар, друзья. 94. Это просто топ. Вот это топ. Я думал, что фигня. Это Неймар 94. Это просто шикарно. Конечно, он у меня пойдет как суперзапом, например. Сразу, например, выпустить. Тогда и схемку надо подменять. Ну что ж, Неймар выпал. И ну, тут, значит, вот фиг поймешь, там Фейса был, португалец, ПП, Бернардо, он у меня был. Вроде я его на СБЧ пустил, не знаю, сейчас ли он в клубе. Да, значит, того я все-таки пустил на СБЧ. Три последних пака, может быть, еще СБЧ соберу. О, вот это вообще, даже щитов нету. Тошич. Предпоследний пак. Но без щитов, то, что там было, это просто дичь была. И снова, друзья, что за хрень? Там Неймар нам выпал. Здесь даже в двух паках подряд щитов просто нету. Ренато Санчес нормально хоть. И последний пак. Щиты, пожалуйста. Во. Внимание. Аргентина. ЛФА. Ди Мария, это неплохо. Лукау. Это хорошо. Неймар, Ди Мария. Мне кажется, это неплохо, что мы их выловили. Ууу, смотрите, что. Тут еще и Паулинька нам. И до хрена стадионов. Так, ну, Копенинг, мне кажется, удачный. Не зря я сидел. Задротил, можно так уже это говорить. Ой. Так. Тут есть уже кое-какие набросочки. Так, вот, все, я сейчас отдаю получ. Давайте вот Оскара отдадим. Все равно им играть не буду. И все. Мы, друзья, собрали иконку новую. Ой, это получается, что у нас, друзья? Пятая икона будет сейчас в составе, да? Да, пятая икона. Ну давайте, что ли, пятую икону. И все на этом. О, ясно все. Гарри Линникер. 92, неплохо. Придется мне попрощаться, наверное, с Жиру. Че он там в Барсе поиграл? 7 лет в Лестере. Ясненько, но неплохо. Придется мне теперь попрощаться с с Жиру 90-м. Смотрите, видите, у меня троих я из практически своего состава убрал. Ну теперь, естественно, сюда идет Неймар, сюда идет Линникер.
И Ди Марию сюда. И вместо Жиру Линникера. Во. Так топ вообще состав. Вы посмотрите на это. Неймар тут все. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Выпал нам Неймар. Так что это очень топово. Также Линникер еще 92. Ну, неплохо. Да, и кому, типа, интересно, вот, типа, я все, правда, это прям задротил. Вот, видите, у меня 5 титулов уже чемпионата мира. Вот моя стата, кому интересно. 164 забитых голов, в среднем 4.21, пропущено всего лишь 41 мяч. Разница плюс 123. Вот, турнира завершено 7. Выиграл я из них 5. Объясню, в чем прикол. Два, где моих турнира. Первый турнир, это когда я начинал, я вылетел от сборной России в 1-8. Это просто как-то обидно было. О, теперь мы с ними будем играть. Тут в группе, кстати, новый, если что. А второй вообще не знаю, куда делся титул. Ну ладно. Итак. Вот мой топец. Пеле, Неймар, Анри, Пуйоль и Линникер. Вон они все. Ох. Ну что же, до новых встреч, друзья. С вами был Андрей Хорев. Всем пока. Итак, друзья, я так подумал, что-то нормально так попёрло в паках. Решил собрать 3 СБЧ набор игроков Европы. И поэтому мы сейчас их просто скипнем. Ну, что-нибудь годненькое. Роналду, например. Стерлинг, вот это неплохо. И Васин, я его только что в СБЧ, блин, засунул, и он мне выпал. Янг. Ну и последний пак. И все на этом. Али. Вот это нормально уже. Нормально.